добровольно сняли корону. Кстати, США не могут больше управлять миром в одиночку. Об этом пишут эксперты американского журнала National Interest. США больше не располагают экономическими и военными ресурсами, чтобы диктовать свои условия мировому сообществу. Стоит перейти от практики раздачи команд к стратегическому планированию. Нам нужны лидеры, которые знают, куда нас вести и могут наладить отношения. По сути, нам уже нужно относиться к России как к великой державе взамен на сотрудничество на Ближнем Востоке в вопросах нераспространения ядерного оружия и совместной борьбы с терроризмом. На возможную смену ориентиров внешней политики два дня назад намекнул кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп. Он заявил, что предпочел бы дружить с Россией, чтобы вместе бороться с террористической группировкой ИГИЛ.